партнер рубрики «Магазин Класс» – ранцы, сумки и портфели из новой коллекции для школьников и студентов, канцелярия и офисные товары, развивающие игрушки, книжки для маленьких. Теплого летнего настроения желаем мы вам, и сегодня пополним наш словарный запас. Новое слово «рогейн» можно услышать из уст спортивных комментаторов. Что оно означает? Фактически, рогейн – это командный спорт, вариация спортивного ориентирования. Первые соревнования с элементами рогейна проводил альпинистский клуб университета Мельбурна. К концу 70-х годов этот вид спорта оформился в самостоятельный. Свое название он получил по первым буквам имен основателей – Рода Филлипса, Гейла Дэвиса и Нила Филлипса. Рогейн. «Нам дан во владение самый меткий, богатый, могучий и поистине волшебный русский язык», отмечал Константин Георгиевич Паустовский. Говорите по-русски с удовольствием. Удачи вам в делах, будьте грамотны.